Пожарным удалось спасти 8 человек. ЧП произошло в здании областной филармонии. Из-за неисправной проводки загорелась сцена. Как потом выяснилось, в сеть одновременно включили большое количество электроприборов. Пламя быстро распространилось по деревянным полам и декорациям. Едкий дым заполнил зал. К слову, вместимость учреждения почти 700 посадочных мест. К счастью, это лишь легенда пожарно-тактических учений. Специалисты подчеркивают, главная сцена региона – очень сложный объект. В филармонии много коридоров и помещений. Изнутри здание обшито горючими материалами, и это добавляет сложности в случае реального тушения пожара. В итоге в ходе тренировки очаг культуры не потух, огонь ликвидировали, трагедию предотвратили. С задачей сотрудники МЧС справились меньше, чем за полчаса. Площадь пожара составила 415 квадратных метров. Для тушения данного пожара были привлечены силы и средства Биробиджанского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 8 единиц техники и 37 человек личного состава. При проведении учений мы максимально приближены к реальным условиям, попытались провести эвакуацию людей, посмотреть отработку действий обслуживающего персонала объекта, ну и непосредственно тушение пожара имеющимися силами и средствами.